Итак, начала протекать вот тут у меня крыша, не везде, но в некоторых местах. Соответственно, намокал инструмент и так далее. Я вот такую вот ленту из бутила, вроде бы китайская, сейчас их уже меньше и меньше. Но очень полезная вещь для кровли и для сантехники без давления. Вот, значит, клеится она вот, я посмотрел, как у меня стекала вода, и я тут начал ее всю проклеивать. Вот если вы только здесь проклеите, вода пойдет дальше вот сюда. Поэтому проклеивать надо все. Вот здесь надо все проклеивать, даже двумя слоями. Здесь, здесь и здесь. Может быть, даже и здесь какие-то капли пойдут, но я под давлением вот так ее сюда всю приклеил. То есть здесь уже и пенка у меня, и все, что хотите. То есть переливается из короба при сильном ливне вода. И вот такие места может попадать. Ну, заливать там ваш инструмент и так далее, который находится ниже. Так же самое я сделал и вот в той части. Вот там все надежно, уже ничего не проливается. Теперь здесь сухо, сырости нет. Там понятно, что сверху за плитой там, но там будет испарение идти, потому что там оно наполовину открыто. Здесь же это интерьер, здесь надо все-таки, чтобы влага сюда не попадала. Вот там есть из двух пленок она состоит. То есть вот клеющая часть между двумя. Вот эта часть, она хорошо пойдет на кровлю наверх, если у вас металла, из металла она. Соответственно, вот эту снимаете, и тут клеющаяся поверхность. Без всякой дополнительной температуры просто наклеиваете на ваш участок.